Добрый вечер, дамы и господа. У меня не совсем научный разговор, вот, но поскольку вся информация, которую я по жизни получаю из разных источников, я стараюсь ее интегрировать в поэзию, в музыку. Вот. В общем, я считаю, что музыка – это один из важнейших наших спутников по жизни. Вот. И порой музыка часто является основной пищей для размышления. Вот. Соответственно, все мои предрассудки умещены в поэзию. Поэтому я, наверное, много разговаривать не буду, а я просто вам почитаю стихи и уйду. В общем, начну я, наверное, я кусочками выбрал какие-то тексты из своего творчества, которые, я считаю, были бы актуальны, наверное, на этой конференции. Интеграция сознания без отрицания, частичное признание без нарицания, тенденция влияния, отсутствие знания, пиромания для самоистязания, трения, верю я, что есть судьба, есть тайные знания, читай слова заранее, высказывай мнение. В забвении рождаются гениями, а умирают даунами. Под небесами алыми падшими ангелами, искушенными кусками лакомыми, предупрежденные знаками, убитые страхами. Для них ведь тоже плакали мы. Информация есть повсюду, брат. Зашифрованная в концепции, как черный квадрат, рэп-препарат, поколение бродяг сформировался и теперь падает, как град. В размере 10 карат, музыка – клад, в силах повлиять на самый страшный расклад. Брат, система не удел, если ты прозрел, и достаточно силен, чтобы не отойти от дел. Души вещают из наших тел, странные строчки на полях белых, как мел. Ты можешь распознать их, если ты смел, но потом не жалуйся на мысленный беспредел. Они заполнят тебя, если ты созрел, излечат тебя от всего, чем ты болел. Соберется пазл, превратится в пепел. Так что внимательнее слушай наши треки. Я постоянно в небе или на колесах. С каждым днем я задаю себе все больше вопросов. Дым от папирос помогает размышлять. И мне все реже хочется писать. Хотя, наверное, это волнами. Голова не тем заполнена или переполнена. Надо собраться и все расставить по местам. Времени осталось мало, я ведь это сам сказал. Я завязал идти на поводу судьбы. Теперь мне нужно тщательней продумывать шаги. Мои тексты далеки от идеала. Но кто знает, может, это лишь начало. Я продолжаю философствовать, мечтать, экспериментировать и много читать, рассуждать о смысле жизни людей и выдавать бесконечный поток идей. Каждый день, как бой с тенью, каждый день в цепочке возникают новые звенья. Старые уходят в забвение, у молодых лишь мимолетные прозрения, секунды, трения, искры в глазах. Этот мир мчится к обрыву на всех парах. Сегодня страх – двигатель прогресса. Он запустил необратимые процессы. Бред в прессе, агрессия по ТВ, они разрушат нас изнутри. Вельможи утренней звезды наготове. Они жаждут боли, жаждут крови. Но наша сила в слове, и мы, нахмурив брови, будем и впредь влиять на ход истории. И мы изменим этот мир в лучшую сторону, чего бы нам это ни стоило. Вот. И немного эзотерики. В свое время был ажиотаж по поводу 2012 года, по поводу цикла планеты Нибиру, вот, что, в общем, ее цикл вращения вокруг Земли 3600 лет, и, в общем, многие пророчили конец света и так далее, и тому подобное. Майянский календарь заканчивался. В общем, в 2012 году был целый ажиотаж на эту тему, и, соответственно, я сочинил тоже текст, приуроченный именно к этому предрассудку. Наши создатели скоро вернутся назад. На ослепительном светом сияющих кораблях пусть терпит крах империя полубогов. Индиго останутся здесь, других увезут далеко. Все началось сотни столетий назад. Историки до сих пор гадают, мол, что и как. Бывают эти споры, их доводят до драк, но так и не понять, кто из них прав. В шумерских текстах лишь отрывки знаний. И те еще не все отыскали, еще не все разгадали. Меняет свой облик сегодня земля.
и неясно, какой будет завтра она. Ось смещается каждые 72 года. Люди меняют ландшафты, строят заводы, качают нефть, уничтожают природу. И все ради чего? Ради скромных доходов. Деньги делают из нас рабов, даже без клеток и оков. Система СМИ для дураков. Прогресс игры полубогов. Религия войны потерпит крах. И истина искоренит страх. Тогда все снова будет на своих местах. Любовь в сердцах и свет в глазах. Наши создатели придут, сомнения нет. Они летят сюда уже 3600 лет сквозь пантеоны планет, дабы дать ответы, чтобы пролить свет на весь этот бред. Спасения нет для тех, кто не хочет спастись. Остановись, ты еще спишь, так проснись. Мы на пороге новой эры, мой друг, оглянись. И ты увидишь, как корабли взмывают ввысь. Я верю, что мы не одни во вселенной. И скоро нас ждут глобальные перемены. Тотально новые схемы, иные миры. Это увижу я. Увидишь и ты. Пусть это лишь мечты, но они осуществятся. Главное верить себе и не сдаваться. Ведь чудесам свойственно случаться. В этом можно даже и не сомневаться. Ну и поскольку у нас присутствуют здесь англоговорящие спикеры, вот, я все-таки пишу поэзию не только на русском, но в том числе еще и на английском. Поэтому я хотел бы, чтобы вы послушали, кто понимает английский. Вот, но я пишу на простом английском, поэтому думаю, что даже те, кто не понимает, поймут. Jump in my spaceship, let's ride. Hold on tight, everything will be alright. We're gonna fly away to the stars. Explore the universe with your own eyes. Fantasize with me, puffing on that weed. Move your body to that funky beat. Multidimensional stuff, rough and tough, you will never get enough. There's no time for depression. I want you to fix your attention. See, we are all reflection. People, places, different situations. Everything is connected. Rearrange them, reflect it, respect it. Spend some time and see that I'm like you. And you are like me. Life is a quest, not easy to progress. Everyone is addicted, more or less. Every day is a new stress. People forced to live in a madness. Each thought is a protest. God bless the best, the rest get the chance to contest. How long will it last? There's no future and no past, but you got to pass the test. Be my guest, I suggest. It's better to explore in progress from east to south. From north to west, free from material poses. Explore yourself, cause all the rest, imaginational sequence. And I want you to be honest with that, G, cause I'm like you, and you're like me. Спасибо большое.